Здравствуйте. Больше века курсирует по нашему городу трамвай. За это время он модернизировался, но, к сожалению, как и на каждом транспорте, несчастные случаи, поломки и неисправности случаются. Совсем недавно произошла авария, когда трамвай сошел с рельсов. О том, какая работа над ошибками была проведена и как дальше будет развиваться электрический транспорт, поговорим с директором трамвайно-троллейбусного управления Михаилом Ефремовым. Михаил Александрович, здравствуйте. Татьяна, добрый день. Добрый день, зрители. Скажите, давайте сразу с анализа того чрезвычайного происшествия начнем. Что произошло и какие меры были приняты после этого случая? Буквально на следующий день после такого инцидента, 28 февраля, был издан приказ по предприятию о проведении служебной проверки. В состав вошли наши специалисты. Дополнительно был привлечен со стороны нашего курирующего органа департамента транспорта тоже заместитель. Мы расследование в настоящий момент закончили, поставили точку, и уже нам понятно, что причиной данного инцидента была техническая неисправность трамвая. Мастера, специалисты Северно-трамвайного депо не до конца провели все те мероприятия, которые положены регламенту, в результате чего вот трамвай, скажем так, покатился. Дополнительно в действиях водителя трамвая тоже были нарушения. Она должна была действовать согласно должностной своей инструкции, обесточить его, но она вот в силу какого-то, наверное, опыта там решила там немножко сделать, как ей показалось, лучше, но все это привело. Поэтому мы сейчас точно говорим, что это техническая неисправность. По результату данного сделаны организационные выводы. Главному инженеру предприятию объявлен выговор и лишение премии на 100%. Начальник Северно-трамвайного депо, которому принадлежал данный трамвай, отстранен и уволен с занимаемой должности. Ну и, соответственно, были наказаны и главный инженер этого Северного депо, заместитель по эксплуатации, мастер, который осуществлял выпуск данного трамвая, и водитель. Всем им объявлены выговоры и лишение премии на 100%. Впредь, для того, чтобы эти случаи не повторялись, и даже более того, для того, чтобы улучшить взаимосвязь между администрацией предприятия и мастерами, слесарями, главный инженер предприятия Шипилов Сергей Анатольевич теперь каждую неделю будет выезжать по всем структурным подразделениям, чтобы иметь прямую связь, что надо сделать, какие недостатки, что не хватает. Мы из этого сделали большие выводы, потому что для нас это ЧП, для нас это инцидент, и скрывать я этого не собираюсь, это наша вина, трамвай был технически неисправный. Что касается степени изношенности подвижного состава, то как можно ее на сегодняшний день определить? И вообще, что из себя сегодня представляет трамвайно-троллейбусный парк? Ну, понимаете, конечно, подвижной парк трамвайно-троллейбусного управления изношен. У нас 660 единиц и трамваев и троллейбусов. Трамваев там 400 с хвостиком, троллейбусов там больше 200. Конечно, он изношен. Основной костяк составляет те трамваи чешского производства, которые у нас еще были получены в 70-х годах, там и 71-го. Тот трамвай, который укатился 73-го года выпуска, конечно, он изношен. Его изношенность на сегодняшний день составляет там порядка 74%. Но дело не в изношенности, а дело в том, чтобы если вот тот мастер, тот слесарь бы выполнил все то, что прописано в инструкции, то, что в техническом регламенте, этого инцидента не было. Это обычная человеческая халатность. Понятно. Что касается закупок нового транспорта, какие перспективы на год? Будет ли закупаться новый подвижной состав? В этом году вот руководитель департамента транспорта Маркин Сергей Иванович, наверное, дней 10 назад, и совместно с заместителем министра транспорта Самарской области были в Москве, отвезли заявку, и сейчас можно говорить, что в этом году 10 новых трамваев будут приобретены. Приобретены они будут по линии Министерства транспорта Российской Федерации. Они, скорее
скорее всего, будут проводить какой-то конкурс. Поэтому какая будет модель, я пока не знаю. Потому Но это что новые будут трамваи? Это новые. Это трамваи будут новые, 10 штук. По другим видам транспорта, там троллейбус, в этом году поставок не ожидается. Я слышала про электробус. Это что-то за вид транспорта? И будет ли он приобретен? По-моему, говорили, что один какой-то электробус будет приобретен. Ну, электробус – это новый вид транспорта. Это сейчас такое новомодное явление, по которому развивается все направление машиностроения. Уйти, скажем так, от вот штанг-токоприемника, поставить аккумуляторы, которые в зависимости от их емкости и ресурса будут обеспечивать его там движение. Там, вот, тот, сейчас вот тот электробус, которого мы его нам привезли. Он находится у нас в троллейбусном депо на улице Чкалова. Но он проходит, мы его взяли на пробу точно тогда, когда нам привозили трамвай «Метелица». Этот электробус у нас, предоставил нам его тоже белорусские партнеры. Сейчас он проходит пусконаладку, техническое испытание, поэтому на следующей неделе, скорее всего, мы его выпустим на улице города, и он будет, его задача решить главное, это у него будет новый маршрут, это губернский рынок и южный город, то есть сможет ли, как он будет проходить это расстояние, какие. Вот если опыт будет положительный, все-таки там процесс технически необратим, я думаю, что мы, наверное, в следующем году будет подниматься вопрос о закупке дополнительных электробусов. Но при условии, что вот он себя зарекомендует с положительной стороны. Да, и оправдает. Что еще касается новшеств, вводится бескондукторная система. В каких видах транспорта, на сколько вообще тут рассчитана эта система? Мы пробовали в прошлом году, ее вводили. Один опыт у нас был неудачный. Мы в троллейбусе 6-го маршрута ставили турникеты, хотели попробовать. Да. Вот, получили огромное количество негатива, отрицательных жалоб, что уберите. Но действительно, они создавали очередь, поэтому мы турникет оттуда убрали. Больше мы к ним возвращаться никогда не будем. А по линии трамвая мы поставили валидаторы, точно такие же, которые используются в Москве, на каждую дверь. То есть человек при посадке в трамвай, он там с левой стороны расположен, прикладывает свою там банковскую карточку, либо социальные карты. Для наличных карт в этих трамваях также работает кондуктор. Наличные деньги принимает кондуктор. То есть кондуктор все равно остается? Кондуктор все равно остается, потому что вот на сегодняшний день нет такого оборудования, которое принимает вот эти вот наличные деньги. И второй момент, кондуктор выполняет функции контролера, потому что некоторые пытаются проехать зайцами. Но мы вот отработали весь 2019 год, посмотрели статистику, в частности, они нам установлены на 5-м маршруте трамвая. Рост есть по безналичным платежам, порядка на... Я говорю по банковским картам, на 38%, кто пользуется через эти валидаторы. Ну, весь мир идет, поэтому мы в магазин, когда с вами приходим, в основном сейчас расплачиваемся там с помощью банковских карт, телефонов. Поэтому на этот год мы запланировали, мы планируем в этом году установить вот эти валидаторные системы в трамвае номер 20 и в трамвае номер 22. Вы так сказали, что от турникетов вы откажетесь навсегда, а какой-то опыт в других городах и странах есть же турникетов? Это же не у нас только. Турникеты были в Москве, турникеты были в Санкт-Петербурге. Они неудобные, потому что, прежде всего, делать задержку при посадке вызывает негатив. Мы попробовали, сами посмотрели. Наверное, от пожилых людей много нареканий тоже неудобно, да? Вот когда в основном от всех. От и пожилые, и молодежь ругалась. Все это. Что касается ремонтных работ на путях трамвайных, какие-то будут проводиться работы, в какие сроки, какие участки запланированы? Чего ждать? И будет остановлено движение, какие-то пересмотренные, получается? Ну вот мы в этом году впервые за долгое время выходим на капитальный ремонт трамвайных путей. До этого мы не выходили, потому что у нас были достаточно большие кредитные обязательства, связанные с погашением долга перед Газбанком, который накопился с 2012 по 2015 год. Мы сумели
саккумулировать, нашли какие-то выходы из этого решения. Поэтому в этом году выходим на капитальный ремонт трамвайных путей. Прежде всего мы выходим на проспект Кирова от улицы Железной дивизии до нашей узловой станции, потому что в прошлом году у нас там были две серьезных аварии, два схода трамвая, поэтому мы туда и хотим все это отремонтировать. Я говорю про это открыто, то есть я никогда не скрываю там какие-то наши там ошибки, поэтому сходы были, изношенность большая, поэтому выходим туда. И второй аспект, в этом году по линии ремонт улично-дорожной сети предусмотрен улица Я частично говорю то, что меня касается, улицу Арцебушевскую, улицу Мичурина. На этих участках мы тоже пройдем текущим ремонтом рельсы и текущим ремонтом самих рельс, а на перекрестках, которые идет по этому улице, мы их тоже там переложим. Это в летний период, да? Это в летний период. Я рассчитываю, что, ну вот, наверное, где-то с 15 апреля мы уже будем выходить. Сейчас мы уже объявили торги на закупку материалов, запчастей для этого ремонта, поэтому вот с 15 апреля выхожу на проспект Кирова. И будут какие-то обходные пути, вот схемы движения поменяются? Нет, закрытие движения никаких не предусмотрено. Это все будет проводиться в ночное, в вечернее время. Никаких закрытий движения. Закрытия движения были, когда шла подготовка к чемпионату мира, когда нужно было, там было связано с ремонтом коммуникации, на Ташкентской перекрывались. В этом году никаких закрытий по трамваю не будет. Вы уже сказали, что причиной для аварий служит и человеческий фактор часто. Как повышается квалификация работников ТТУ? Какая существует система? Есть ли, сохраняется ли школа наставничества? Когда принимают новых водителей? Как они проходят стажировку? Вот подробнее об этом, может быть, поговорить, чтобы не было вот такого... Ну вот, мы до этого аварии в основном делали упор и вектор на работу с водителями, потому что их не хватает, и мы загрузили наш учебный центр по обучению водителей там трамвая, троллейбус. У нас на сегодня там учатся порядка 55 человек, а за прошлый год мы оттуда выпустили, ну, я, может быть, там в цифре ошибусь, там 80 с небольшим. У них есть система наставничества. Старые водители, которые проработали на предприятии там 15, 20, 25 лет, которые первый класс там вождения, вот они работают с этой молодежью. Тем более постоянные проходят с ними там пассажирскую стажировку, внутри депо стажировку. По поводу мастеров, ну вот мы сейчас чуть-чуть, наверное, упустили, сейчас мы вернемся к этому аспекту, может быть, привлечем какую-то дополнительную организацию, кто будет работать и, скажем так, и с точки зрения какого-то мастерства, может быть, психологического какого-то аспекта, нагоним это. Да. Есть вакансии на сегодняшний день? Вот часто видишь и в трамваях, и в троллейбусах объявления. И все-таки вот наиболее... Ну, кто вам требуется? Какие специалисты больше всего? Больше всего нам требуются те люди, которые каждый день работают на линии, работают с пассажирами. Это водители и кондуктора. Мы в 2015 году вот, получилось так, что на территории Самарской области не было учебного заведения, кто выпускает лицензию, поэтому мы провели работу по открытию учебного центра, получили лицензию, и вот с 2016 года он у нас работает. Мы в прошлом году активизировались, провели огромную рекламную кампанию, дали объявление по линии Самарской области, в городах, в селах небольших, соседних. Из области едут? Едут из области. В основном, вот если говорить, то в основном идут кондуктора. Кондуктора мы предоставляем койко-место в общежитии. Если они семейные, то рассматриваются вопросы предоставления не целой комнаты. У нас до сих пор осталось на балансе 4 общежития, поэтому кондуктора сейчас идут. А если говорить по водителям, то в основном самарские и какие-то, ну, ближайшие эти. Можете рассказать о зарплатах? Вот какой
разбег у кондукторов и водителей? Мы посчитали сейчас по 2019 году. По 2019 году средняя зарплата по водителям у нас получилась 42 тысячи рублей. Средняя зарплата кондуктора получилась в разрезе 34-38. Но обычно всегда спрашивают, ну вот молодой человек, который закончил учебный центр. Молодой человек, который закончил учебный центр и пришел к нам водителем трамвая первого класса, у него зарплата составляет в месяц 23-28 тысяч рублей. Причем имеется возможность увеличить свою зарплату, есть, накладывается премия, если работает безаварийно на линии, регулярность, там, допустим, какие-то в ночные, вечерние часы. То есть мы настроены на того, чтобы стимулировать работников работать хорошо и получить за это достойную зарплату. Есть такое понятие «текучка кадров». Как вы можете охарактеризовать, есть она у вас на предприятии? И есть ли люди, которые долго задерживаются, работают буквально вот десятилетиями? Когда отмечали юбилей 105 лет, наверное, вы таких чествовали. И как их много у вас на предприятии? У нас текучка в основном по линии кондукторов, да? Потому что работа, конечно, достаточно тяжелая. Да. Тяжелая, накладывается и погодный фактор, и то, что рано нужно подниматься, работа с людьми. Да, я и хотел работать с людьми, потому что в трамвае там порядка 115 человек вмещают, все мы люди разные, какие-то там конфликты, ну и кондуктора в силу своих внутренних каких-то человеческих качеств, ну, многие кто-то не выдерживает, такая есть. По линии других, костяк достаточно сбитый, и вообще на трамвайно-троллейбусном направлении очень сильны такие вот фамильные традиции, фамильные династии, есть люди, которых папа, мама работали водителями троллейбуса, и они говорят, я вот с 5 лет сюда вот прихожу, бегал здесь, я все знаю, и сейчас они там это работают. Более того, недавно у нас была водителя трамвая, которая работает в Северном трамвайном депо, ей 70 лет, она до сих пор еще водитель. Да, а почетный гражданин города у вас тоже есть, почетный гражданин города, да. Очень редкий случай, когда водитель трамвая почетный. Есть традиции сильны, и люди прям вот с удовольствием рассказывают, когда они приходили, работали. Вот Шишкина Антонина Дмитриевна, вот я до сих пор работает водителем на наставником, мы ее поздравляли. Есть у нас до сих пор, допустим, отец возглавлял у него Кировское трамвайное депо, сейчас он руководит у нас Шефер Геннадий Владимирович, он сейчас переведен вот начальником учебного центра, сын у него одно время руководил тоже Кировским трамвайным депо, где отец работал. Сейчас вот он перешел в связи с тем, что бывший начальник был отстранен от должности. Сейчас вот он перешел на Северное трамвайное депо. Фамильные очень сильные здесь, и так они себя так называют, трамвайщики, то есть какие-то фамильные династии. О том, как вы выбрали эту профессию, я тоже хочу вас спросить. А пока посмотрим сюжет, как вы отмечали юбилей вашего предприятия. Хорошо. Ровно 105 лет назад точно такой же коломенский моторный вагон совершил первую трамвайную поездку в Самаре по маршруту номер 2. Потому что именно этот маршрут двигался в центр города, а вот маршрут номер 1 в сторону дачных массивов. Но оба маршрута проходили мимо самарской тюрьмы. Об этом написал и Михаил Булгаков в своем дневнике. В Самаре два трамвая. На одном надпись «Площадь революции – тюрьма», на другом – «Площадь советская – тюрьма». Что-то в этом роде. Словом, все дороги ведут в Рим. Но, тем не менее, стать первым пассажиром самарского трамвая было очень почетно. Некоторым даже дарили билет на первую поездку. Свидетельства об этом, чертежи и документы, фотографии и переписки авторов технического прорыва того времени бережно хранятся в Самарском музее ТТУ. Он отличается от подобных в других городах. Здесь акцент сделан не на технику, а на историях людей. А тех, кто прокладывал первые рельсы, и тех, кто сейчас в мастерских поддерживает вагоны в хорошем состоянии и управляют ими. Я считаю, что как большая река из маленьких ручейков, из капелек даже воды состоит, да, вот здесь вот каждый свою капельку какую-то внес, и наша история вот такая живая, большая, и, слава богу, она продолжается. И сегодняшний день мы можем тоже с уверенностью сказать, что мы ничего не зачеркнули, мы ничего не забыли, мы стараемся продолжать.
Однако и техника в музее есть. Тут и модели трамваев и троллейбусов разных эпох, руль и двигатель первого трамвая, а также билетные аппараты. Компостер, который оставляет на билете специальную букву маршрута, и касса самообслуживания. Такой аппарат в работе застала и Елена Немцева. Водитель трамвая с 37-летним стажем. Начинала свою работу она на модели Т3. Городскую схему женщина знает наизусть. Ей довелось проехать по каждому маршруту в Самаре. Даже по тем, которые устарели и их закрыли. Елена признается, водитель трамвая – профессия очень романтичная. Работа нравилась, потому что выезжаешь и рассвет встречаешь, и первые пассажиры, и когда работаешь по одному маршруту, они тебя узнают и с праздником поздравляют. И когда опаздываешь, ругаются, потому что вот во сколько должны приехать, а вы во столько приехали. Новогодние праздники, если 1 числа выезжаешь первым трамваем с площади Куйбышева, собираешь всех. Ну, люди отгуляли, а ты едешь. Мне нравилось. Сегодня водителями, кондукторами, механиками, ремонтниками работают более 4000 человек. Ежедневно на улицах Самары пассажиров перевозят 300 единиц подвижного состава. Общий пассажиропоток за год почти 100 миллионов человек. Сейчас в городе 434 трамвая и 236 троллейбусов чешского, белорусского и отечественного производства. Парк машин постоянно обновляется. Устаревшие вагоны сменяют современные. Каждый день мы перевозим большое количество людей. И для нас, конечно, так как мы оказываем и работаем в сфере услуг, для нас, конечно, вот важно, чтобы мы свою работу делали качественно, плодотворно, чтобы были положительные отзывы. В трамваях и троллейбусах вовсю активно работает система бесконтактной оплаты проезда. В этом году специалисты продолжат развивать систему автоматического переключения стрелок, чтобы водителям не приходилось выходить из вагона. Такие системы будут внедрять на сложных перекрестках – Ташкентское, Московское шоссе и Новосадовое, Нововокзальное. Все это делается, чтобы проезд в городском электрическом транспорте для самарцев стал еще комфортнее. Какие жалобы и, может быть, предложения поступают чаще всего от пассажиров? И как выстроена вот эта схема, система работы с обращениями? Жалобы в основном поступают... Первое – это с кондукторами, то, что кондуктор нахамило. В зимний период чаще всего происходит холодные трамваи. Вот, мы а сейчас на то, что тепло не жалуются? Сейчас, буквально на этой неделе, во вторник, когда была хорошая погода, стали приходить жалобы, что жарко в трамвае. Но просто... А когда вот это отключается? Там, понимаете, просто в чем все дело. Там не как в машине, там сел, печку включил, печку выключил, захотел, там кондиционер включил. Это все происходит механическим способом. Трамваи загоняются, старые трамваи загоняются на смотровые канавы, слесарь выключает калориферы, вытаскивает тумблера, перекрывает. И вот просто так это не сделать. Понятно. Поэтому мы и чуть-чуть тянем там осенью, потому что нужно какой-то определенный процесс. И сейчас тоже. Да, для нас март такой... месяц, как бы мы ни говорили, это такой зимний для нас месяц, поэтому сейчас отключишь, через неделю придут еще какие-то холода. Немного. Нужно немножко потерпеть. Конечно, в новых трамваях этого нету, там все проще, но вот со старыми так вот они работают. Поэтому единственное, что хочу сказать, что мы максимально быстро реагируем на все наши недовольства, в наш адрес, на жалобы. По линии Твиттера мы работаем. Сразу же смс-ки отправляются руководителям, в чем подчинении или там чей кондуктор там нагрубил. И с этим там разбираемся. Ну, я уже сказала, что спрошу вас о том, как вы выбрали лично эту профессию. У вас не династия транспортников? У меня не династия. Я работал в ГУСО «Самара-Лес». У меня был директор Сараев Дмитрий Михайлович. И в октябре 2010 года, когда первый раз Дмитрия Игоревича избрали мэром, он его назначил на должность директора трамвайно-троллейбусного управления. Он позвал меня с собой, я согласился, пришел на должность начальника материально-технического снабжения. Потом в марте
2015 года меня назначили первым заместителем директора, ну и уже потом в декабре 2016 назначили директором. Вот так я там оказался. Но у нас остается буквально одна минута, и хотелось бы услышать от вас планы на этот год, уже наступивший. Как вы, на что вы мотивируете, направляете коллектив работников? Какие у вас главные вот такие приоритеты в работе? Вы знаете, я считаю, что мы за прошлый год вместе с коллективом сделали огромное такое достижение для нас совместное. Мы погасили значительную часть кредитов, и поэтому я в этом году объявил всем, что мы выходим на капитальный ремонт проспекта Кирова, мы выходим на ремонт на нашей внутренней инфраструктуры, которую мы долгое время не делали, потому что не было денежных средств. Мы выходим на повышение зарплаты. Мы в прошлом году пошли на это, и в этом году идем в июне на повышение заработной платы. Поэтому вот эти все меры, когда коллектив видит какую-то там отдачу от меня, от департамента транспорта, от администрации города, коллектив становится лучше работать, потому что есть какая-то уверенность в завтрашнем дне. Поэтому я считаю, что мы в прошлом году добились каких-то больших успехов, и поэтому в этом году будем их добиваться. Да, ну желаю вам, чтобы у вас все было по нарастающей, успехов и эффективности в вашей работе, и главное, безопасности. Спасибо большое. Спасибо и вам за участие в программе, спасибо вам за внимание. Всего хорошего. До свидания.